Этот выпуск проведет Татьяна Вишневская и Юрий Туманцев. Гражданин России Жерар Депардье обратился к журналистам через Первый канал. Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что этот запрос был принят. Я обожаю вашу страну. В России хорошо жить, не обязательно в Москве, которая для меня слишком крупный мегаполис. Я предпочитаю деревню. В России мне знакомы чудные места. Я буду учить русский язык. Я уже говорил об этом с нашим президентом Франсуа Олландом. Я все это ему уже говорил. Он знает, что я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно. И я сказал ему, что Россия страна великой демократии. Это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком. Я хорошо отношусь к прессе, но в то же время она навевает тоску, потому что в ней, как правило, представлена только одна идея. Из уважения к вашему президенту и вашей великой стране я больше ничего не буду добавлять. Слава России! Спасибо, Жерар Депардье!